Здравствуйте. Сегодня 1 апреля 2021 года, четверг. Мы отслеживаем взлет самолета авиакомпании Эль Аль, рейс Лай 2431 из аэропорта Тель-Авив, Израиль, в аэропорт Ларнака, Кипр. Это запланированный рейс, который отслеживается на официальном сайте аэропортов Израиля. Сейчас самолет вышел на посадочную полосу и набирает скорость. Сейчас его скорость 50 км в час. И он начинает набирать скорость. И взлетает. Сейчас его скорость 158 км в час. Высота над землей 125 фит. км в час и 750 фит. км в час и 1200 фит над землей. км в час и 1620 75 фит над землей. км в час и 2225 фит над землей. Он благополучно взлетел и набирает высоту. Сейчас его скорость 170 км в час и 2750 фит над землей. 3100 фит над землей. км в час и 3475 фит над землей. км в час и 3600 фит над землей. км в час и 3775 фит над землей. 215 км в час и 3925 фит над землей. 223 км в час и 4025 фит над землей. 233 км в час и 4525 фит над землей. 251 км в час и 4925 фит над землей. 256 км в час и 5150 фит над землей. 265 км в час и 5725 фит над землей. 6175 фит над землей. 286 км в час и 6175 фит над землей. 304 км в час и 6400 фит над землей. 22 пролетел сейчас 22 километра за 3 минуты. Расстояние до цели 330 километров. Он вылетел 12 часов 58 минут по местному времени. И ожидается приземление примерно 13 часов 55 минут.
Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.